Всем привет, с вами StivePro, и сегодня покажу вам мод InstallHost для Minecraft Pocket Edition. Ну что ж, после того, как мы установили данный мод, нам появляется, или можно сказать, нам дает возможность быстро строить дома. Для этого нам понадобятся такие домики. После чего просто тапаем по земле, и у нас появляется определенная, так сказать, архитектура. Сейчас у нас появился фонтан, который, к сожалению, протекает. Но, может быть, это было так задумано. Это у нас моб-арена. Вот так она будет выглядеть. Внутри у нас никого не будет. Мы должны будем сами поселить этого моба. Дальше у нас идет лодка. Да, вот такая лодочка. Довольно прикольная. Также мы можем залезть в нее и здесь сидеть. Как бы мы за рулем. Да, выглядит все прикольно, можно использовать на своих картах. И это у нас как бы двухэтажный домик, вот такой в стиле средневековья. Ну, я не знаю, но можно его все равно использовать на своей карте. Но он больше подходит как бы старинным картам. Вот так мы можем залезть на второй этаж, и там мы тоже можем слезть со второго этажа. Вот так выполнен забор, в таком стиле приятном, можно сказать. Но, по идее, здесь много чего. С помощью вот этой штучки мы можем сделать как бы палатку, в которой у нас будет две кровати и двойной сундук, в котором, к сожалению, ничего не будет. Так, выходим отсюда. Ну, здесь, как видите, больше ничего такого интересного нет. Ну нет, по идее, здесь есть интересного в этом моде, но эти дома слишком большие, поэтому нам потребуется много времени, и показывать я их не буду. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.